Так. Пусть двухэтажный. Интересно, я там. Ну, по Германии-то ездил я в двухэтажных. А вот чтобы был купейный двухэтажный, вот это интересно. Еще вот внизу тут тоже два яруса. Я думал, двухместные купе. Но зато розетки есть. Приехал в Питер. Самое такое интересное в этой ситуации в том, что я вообще без каких-либо вещей. У меня только телефон. В поезде я кофе не успел попить. Вот сейчас вышел и на вокзале взял кофе. Эспрессо, заварной кофе. Он стоит всего 50 рублей. Нормальный кофе, прям настоящий. Не с пакетика заварной. 50 рублей. Московский вокзал. В метро вход по жетонам. Я вот купил сразу один-два жетона, еще один обратно взял. Мне нравится, что вот здесь, ну, наверное, то, что 7 утра, ну, вот даже в метро идешь, что все без московской суеты. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Василиостровская. Ну что, экзамен сдал. А вроде не готовился, но... Умею сдавать экзамен. Теперь осталось 2 часа погулять по Питеру. Самое лучшее в питерском метро то, что нельзя с перрона упасть под рельсы, специальные ворота. Ну да, и в Питере вот этот масочный режим так действует, штрафуют без масок, поэтому все в масках, в отличие от нас, москвичей. Кто-то сравнивает питерское метро со входом в склепики, в маленькие склепики, вот эти ворота. Мне нравится. Я думаю, это удобно, безопасно. Нет вариантов свалиться на рельсы под мчащийся поезд. Так, ну, главную задачу, для чего я приехал в Питер, я сейчас ее сделаю, выполню. Съем шаурмуху. Вот. Потом тут еще немножко прогуляюсь, хочу по Невскому прогуляться. В 5 часов у меня Сапсан обратно. Нужно еще встретиться с родственниками, с друзьями хотелось бы встретиться, но не знаю, успею или нет. Ну, несколько слов. Все окей. Я вот как сибиряк сейчас вот махнулись шапками, и я вот в такой в сибирской шапке буду теперь ходить. Но зато мерзнуть не буду. Да. Такой у меня головной убор, зато голове тепло. Ну, я, правда, одел на бейсболку, но вообще классно. Вот такой привет из Питера. Город Санкт-Петербург. Московский вокзал. Сзади меня вот эта Лиговка. А в 2002-2003 году я здесь жил, тренировался в клубе Red Devil. Боксом занимался у Ганабоболева Виктора Борисовича. Очень классный тренер. Очень многому меня научил. Вот сейчас в Петербурге очень хорошая теплая погода. Не то что в Москве. Тем более я вот утеплился. Вот у меня такая шапка. Шапку мне подарили. В общем, все классно. Через полчаса у меня Сапсан в Москву.
кстати, московский вокзал в Петербурге, копия ленинградского вокзала в Москве. Вот моя электричка. Короче, я забыл наушники. Вот мне в Самсоне дали такие проводные наушники на радио. И такой тоже тут прикольная штука. В том же телефоне заказываешь. Не надо ловить официанта. И теперь приносит там. В принципе, в Самсоне можно ехать, но я все равно лучше ехать в Питер в ночном поезде, где можно поспать. Ну, так вот, можно, конечно, и в Самсоне тоже.